И снова здравствуйте, с вами Кристалл, и перед началом ролика скажу вам, что это запись со стрима, чтобы не было вопросов. Решил попробовать опубликовать, посмотреть что-то, как вам будет интересно или нет. Если понравится, ставьте, конечно же, лойсы. А сейчас начнется ролик, сегодня буду я вам болтать, мешать и так далее. Такс, инвайт. Даже не знаю, какую бы взять на эту шапку. О, вот эту возьми. Морячок против... Кто ты у нас? Скажи мне. Скелет, по идее. Чунга-чанга. Типа нет, чунга-чангой будешь. Какой чунга-чанги? Ты чунга-чангу? В какой вселенной ты такого чунга-чангу видел? Ну, посмотри на него. Плохой полицейский. Ты ее активировал хоть? По-моему, ты ее просто так бросил. Ух ты, это было... Да ладно! Вот это было нечестно, это вообще нечестно. Ну так было близко, ты меня почти столом убил. Я оказался первей. Бред. Да я еще просто не привык к этой игре, сам понимаешь. Как и всегда. Давай, возьми эту пушку. Кстати, тебе повезло, что пуля именно в ту сторону полетела. Так бы, наверное, ты бы меня убил. Ну да. Вот! И как я умер? Я вообще внизу взорвался сначала, а потом умер в твоей комнате. Подлетаешь, я выстреливаю и... Ух ты! Нифига себе, я же ждал, что ты начнешь уворачиваться. Знаешь, все было хорошо, если бы я не перепутал нас. Я уже понял, что мне звездец. Мне понравился такой прилетает, такой труп просто в меня. What? The fuck? Ну, уже поздно. Вот так вот. Так. Что-то ты меня пока дергаешь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Не! О, я тебя спасу! Да, этот гад. Сначала скинул меня с высоты, а потом спасать пошел. В смысле? Я же прыгнул, я уже сверху был. Броню одевал. Нет. Почему я внизу оказался мертвый? Блин, АК. Чуть не умер. Ну, с этого ты меня вряд ли завалишь. Ну давай, проверим. А вот с этого точно вряд ли завалю. Завалил. Ну я тебя тоже. Вот это вот бодренько-бодренько сегодня. Ох, нифига сколько черепов. Где твои-то фанаты? А, дёргает. Ну выглядело это как-то, типа, как бы нагибаешь. В моих видеофантазиях. Я перепрыгнул тебя, уже сверху был на сохранялке. Ну, не знаю, у меня все ок. Коробочка. Фак. Как это произошло? Объясни мне. У тебя пакет упал. Она упала прям на меня. Как? Ну, если в упор стрельнуть чему-нибудь, то она еще это... Стоп, чё? Ну, чё? Этот портал же вниз стрелял. Нет. Стоп, я же... Если ты оттуда приходишь вниз... Лол, прям над головой пролетел. Кто твою ж дивизию, а? Да и... MLG. Ненавижу. Скай, твои фанаты с тобой. Блэк Вульф. Стоп, ты... Ты мне сейчас мозг сломал, что ты пилу выкинул. Я думал, ты с пилой бежишь. О, это была бы картина, конечно. Что? Что? Сейчас так оп, из-за карты выпрыгнул. А, я забыл, что он обе двери может пробить. Ага. О,
А, я думал, там яма. Как это было, а? Это было не очень. Что за бред? Да ёб твою налево, умри! Как это получилось? Офигеть! Я не понимаю. А, дичь. Блин. Да, как я эту коробку кинул, же? Вот как ты сейчас это сделал? Ты такой слева от меня вдалеке и берешь меня, убиваешь. Я выстрелил в тебя. В окно ты выстрелил. В смысле я в тебя выстрелил? Ты даже пушка вправо была. Пули в тебя летели. Я влево был. Хитвир, видимо. Ну, может быть. Все. Вообще. Просто нечестный, нечестный. Не, ну это с коробкой это вообще. Первый раз такое получается. Просто коробку. Ты че стоишь? Я подвис. Ага. Вот. Лол. В смысле, я в тебя попал же? Ну, я не знаю, где ракета пролетела. Там было все в дыму. И так, говорит, нечестно, Крис тренировался в Овере. Надо было сначала стрелять, а потом заходить. What? Чё, я кнопку нажал не ту? Я просто мёртвый притворился. Я думаю, что за фигня. Не, ну обычно я это пытаюсь сделать в плане того, что коробкой убить. А тут это вообще абсолютно случайно получилось. Не, к черту этот. Серьезно? Я думал, ты в броник попадешь. Нет, нет, нет. В смысле? Ты мне из рук выпал! Ты а это ты как выпал? Я несу тебя, выкидываю, и ты у меня снова появляешься в центре. Да? Нет, такого я не видел. Да что такое? Я прыгаю и снова внизу оказываюсь. Что-то мне не то. Да нет, вроде 70 пинг нормально. Ага. У меня 200. В смысле? Ботинки. Сверху стоял. Ну? Ну? А как ты внизу оказался? Спрыгнул. Иди сюда, Dead by Daylight тебе устрою. Стоп, какого хрена? Когда у меня капелу отжали, блин. Стоп, я твою гранату отбил? Да! Чем ты шапку одел? А в смысле, а чё надо это вообще? От того, чтобы сверху тебя не прибило. Какой Скай больший финг, завидуешь, а? Да что такое? Они сейчас стреляют, нет? Что такое, а? Скажи мне. Дичь. Вообще полная дичь. Сколько? Три? У меня тоже шесть. Шесть. Не, ну смотри, в этот раз нормально. Просто много друг друга раз убили. Ну да. Что? Что я делаю? Выбрасываешь оружие. Почему я в яму улетел? Я почти тоже в яму упал. Там просто было за секунду, по идее. Так, стоп, вот, я себя с тобой перепутал. Ой. Иди ты! Что? Что с мечом не так? Что с ним? У тебя тоже завис он? Да. Смотри! Я им управляю, смотри. О.
В смысле? Я ж при магните должен был твоим мечом. Я с ним могу драться. Я мог драться своим же мечом. Примагнитить, ну, почти. Я выстрелил! Нет. Я не понимаю вообще. Блин! Что? Что? Утки! У-у-у! Так. Чё-то я думал, что... Я просто выпрыгнул, ты такой, я за тобой, брат! Нет, слушай, я думал, там тоже есть этот этаж, типа, и... Такая пауза. Я выстрелил в тебя, чё за херня? Не знаю, мне ты не стреляешь. Может, там потом сам реплей смотреть. Да блин! Китский городовой, ах. Не взорвалось? Нет, я далеко был. Я думал, успеет взорваться. Да. Я тебя вертел. Я тут подкаты есть в этой игре? Есть, я ж не раз ими пользовался. А тут чё? А, тоже дробовик. А тут? Тоже дробовик. Блин. Я оказался не... Да. Недостаточно. Самый быстрый конь на диком западе, да? Mm-hmm. Но всё равно выиграл. Да вряд ли. Да? А чё, 10, что ли? Сейчас у тебя что-то было быстро. 7 или 8. Мне кажется, что... А, да, серьёзно, 10? Серьёзно. Чё-то как-то не выглядело это так. А давай, хотя ты там убивался. Пускаем. Забавно. Да. Так. Так, стоп, я где? Во. Блин. Это было дико профессионально. Ты частенько такие финты мутишь. Это какая из этих пушек, которая... Которая не отскакивает. Ну, видимо, да, чуть-чуть было. Чуть-чуть выше я был. Не, я не об этом. У меня перемещение было какое-то волшебное. Включи на гранату. Воу, молотка! Что можно убить? Он сзади меня пролетел, все можно убить, ты чё? Я не знал, что молотком можно убить. Ну, типа, если его просто бросить. Стоп, вот. Чё? Что? Ты это видишь? Да. Там же пыль. Бессмертен? Давай, убей меня. В смысле? Я не понимаю. Вот это было нечестно. Вы же сами понимаете, что это был бред просто. Ну, бывает. Баги случаются. Что за фигня? О, я успею выжить. Должен. Да. Я еще не понимаю, почему что за фигня? Огнетушитель беру, он пропадает. Не знаю, у тебя пинг небольшой. 90 пинг, нормальный пинг. Блин, я пока твой пинг смотрел. Что-то там. Главное, прыгает, бананы меня, гоняешь. Ух ты, ты спасся на этот раз. В смысле? Ну, в смысле? Сюда, ты... Она же сюда доставала, как она в тебя не попала? Ну, видимо, не в той точке стоял. Да это ты долго думал что-то. Так. Скай гонял бананы, что? Это снова шиппинг. Я что-то не понимаю вообще. Что? Ты зачем-то стоял и смотрел просто.
Не знаю, у меня руки сегодня жопы. Сколько? 1, 10 такой. 9. Просто доминейшн. Сейчас? Давай, отыгрывайся. Я даже буду с тобой драться одним столом. Потому что я Сталлоне. Да про... Чё она не пробивается, так неинтересно. Лол, у тебя пёрышки подлетали. Эй! Лол, я тебе шапку прогнул! Подожди ты, да я в Марио поиграю. Блин, стой. А я думал, что... Лол, как он стоит. Бронежилет на бронежилет меняем, да? Перезарядил. Тебя возможно уничтожить вообще? Да. Блин, я хотел дробовик взять. Сейчас, подожди. Нет! Лол, ты не раздавил меня. Да, это было. Это было. Так, а я где? Внизу. О, повезло. Та-дам! Не успел выпрыгнуть. Та-дам. Так, тебе еще надо 7 раз победить. Я жив? Я жив? Как я жив? Вот так. Я не понял, как она вообще не попадала в тебя? Такие все пули мимо, ты такой, знаешь, я в кино, знаешь. Ого, я бы сейчас мог умереть. Я бы тоже. Я сейчас тебя буду пугать. А, как? Вообще сам краем случайно вообще-то было. Это вообще реально было случайно. Реально, народ. Это был тупо рандомно. В смысле? Ай, как? Я тоже горю. Почему ты... Объясни Готов. Мне, как это могло получиться, а? Как что? Как почему ты себя поджег? Почему я загорелся? Да, а ты не нет. Не знаю. Стоп. А, все понял. Я опять хочу убить тебя камнем. Тюра Иван, привет. Передай мне привет. Тюра Иван, привет тебе. Спасибо большое за 20 рублей. Лола, а молоток-то замедляет не слабо. Я в полете могу дольше держаться за счет этого. Лол, как тебя сейчас не убил? У меня аж это, подлагнуло все. Мне кажется, скорее я убью самого себя. Да что ж ты будешь делать-то? Ну ты реально трейхард, если так убить. Тор Геймс. О, лол, это было близко. А, что-то лагает. Блин, попал ведь. Эй-эй-эй! Ох. Тут было близко. Фак. Фак, да, ты меня убил. Нет, ты меня убил. Я попал, что ли? Граната твоя трикошетила, да, и улетела. Чё? Всё, вышел в окно, блин. Ну я такой, я вообще не понял, как я там оказался. Я...
Люблю оружие сохранять. Все, короче, я понял тактику игры на этой карте. Первый бери и мочи. Пофиг, убьешь себя, не убьешь. Зря я к этой пошел. Не, надо было по-другому действовать. Че, сколько я выкинул? А чё мало так?